Глеб Молчанов читает стихотворение Владимира Мстиславского. Ты гол, я наг, ты друг, я враг, и мы не встретимся никак. И страшный знак, покоя нет, в конце туннеля виден свет и тишина. Бежит слеза. Где ваша вера в чудеса? И жить сполна не каждый мог. И прав ли тот, за кем есть Бог? Зачем же ночь сменяет день? И чья нас накрывает тень? Помочь в извилистом пути и вновь надежду обрести? Как можно